Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шлык, и мы продолжаем играть в Cryon Physics. Так, ну и... мы продолжаем пытаться пройти этот уровень. Я вот такую штуку нарисовал. Меня прям такая мысль посетила. А что если вот тут как бы еще такой кружочек нарисовать? И к нему прицепить как бы такой желобок? Вот, может быть, даже вот какой-нибудь вот такой. И вот в этот желобок как бы загнать... или нет? Или на самом деле, знаете, как можно? Ну, вообще, этот желобок я все-таки оставлю. Он просто очень хорошо останавливает у нас немножко с балансом проблемки. Вот, чтобы не так это все дело дрыгалось у нас, как оно дрыгается. И мы, наверное, знаете, как сделаем? Мы сделаем вот так вот. Тут в серединке опять этот кружочек нарисуем. От него нарисуем вот такую вот, ну, в общем, сопельку. Даже подлинней, вот к концу звездочки. Вот, а теперь... вот тут нарисуем кружочек, и в конце этой сопельки нарисуем кружочек. И тут как бы соединим их, чтобы такая жесткая получилась конструкция. Вот. И то же самое как бы... наверное, нужно будет сделать вот тут в конце нарисовать кружочек. От него такую поровнее как бы сопельку. На конце у нее вот такой кружочек. И вот так... Нет. Только не такой веревкой. Вот мне надо, чтобы это была именно как бы прямая линия. Во. И теперь нам надо катнуть наш мячик, чтобы вот он... Но только вот тут вот, кстати говоря, вот надо подлиннее ее так вот. Ну вот, хотя бы так. И вот теперь катнуть мячик. Так, а как же его катнуть? Можно сюда такое что-то большое нарисовать, чтобы оно перевесило. И теперь давай, покатился, Ну ты ж, блин. А может вот так вот его? Вот и еще. Давай. Ну блин, как же так? Только он же сейчас теперь улетит туда. Блин, я это не подрасчитал. Ой, вся наша конструкция развалилась, слушайте. Мы сейчас ее восстановим, не бойтесь. Эх, ну нормально, в принципе. Давай еще туда. Вот проблема... А, так стопэ. Проблема в том, что... блин, может ее как-нибудь тут толкнуть вот таким вот... таким вот зазубренным этим квадратиком. Ну блин, он вообще как-то сквозь так прошел, даже не зацепил ее. Так, ладненько. Эх, зря я вот этот уступ сделал. Если б не он, было бы все хорошо. А я вообще могу эту зелен... Окей. Вернемся к началу. Вот, рисуем вот так. Теперь он как бы отсюда будет скатываться. Теперь отсюда рисуем вот так прямую. Рисуем. Ну, вот так. Но это не прямая, конечно. Да что ж такое, у меня руки-крюки. Вот так рисуем. И, скажем, вот так рисуем. Тут кружочек, тут... ну, я вообще хотел кружочек, ну, вот тут кружочек. Теперь между ними рисуем прямую, вот. Но только ее надо повыше, мне кажется, по верхней кромке. И ее надо как бы поширше. О, вот так. Теперь скатываем наш мячик. Стой. Так, тут быстро что-то, чтобы он наклонился сюда.
тяжелая. Во-во-во-во-во. Так, теперь это убираем. И вот он. Ай! Он, вы представляете, он уперся. А ну-ка, что-нибудь большое пусть сюда упадет. Во, нормас, нормас. Давай, 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 мячик. Блин, вот он почему-то катится. Вот, вот сейчас есть. Мы взяли эту звезду. Такие качельки у нас получились какие-то, чтобы ее взять. Ну, но мы справились. А что мне прикажете делать? Не, ну у меня есть идейка. Так, ты тут не очень хорошо смотри. Да вот тут вот прям. Вот надо же было нарисовать именно с упором. Вот и все. Давай, 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 закатывайся. Вот и все, прошли еще один уровень. И получается, все, поплыли дальше. Опять 70-14, я не знаю, везде ровно половинка. Я не знаю, чего это значит. Ну, давайте на четвертый остров теперь поплыли на него. Такой интересный маршрут выбирает наш кораблик. Здесь довольно-таки много уровней на этом островке. Ну, не, ничего, думаю, мы справимся. О, здесь две звездочки. Так, ну вот эту взять так-то легко. То есть рисуем просто вот такую штуку. Единственное, что я тут такой некий стопор нарисую. А теперь как бы, ну вот, нет, это плохая. Вот, вот так вот. Давай, пошла. Я ж так понимаю, нам нельзя ронять. Слушайте, а он неплохо катится на самом деле. Вот тут только он упирается. Но нам, по сути, мы потом эту сможем... Да, тут все легко. Вот смотрите, теперь мы здесь как бы рисуем еще одну такую. Ну, не вот... Надо чуть ее ровнее. Во, вот так. И теперь смотрите, катаем его обратно. В этот момент убираем вот эту, и он как бы падает. И берет вторую звездочку. Открылась нам еще один остров. Ну давайте его так сверху вниз проходить, то есть по рядам. Пойдем. Да, у меня вообще мышление на самом деле нифига не креативное. Вот, так что мне немножко, может быть, в каком-то смысле сложнее играть в такую игру, потому что вот с... Ну, как сказать, вот... Тут вот хорошо в эту игру играть этим творческим людям. Они с легкостью найдут решение этих всех головоломочек. А мне немножечко сложнее. А вот если он падает... эта звездочка уже у нас как бы взята, да? А, ну тогда это даже не интересно. То есть нам достаточно на самом деле вот... Вот тут нарисовать этот кружок. И вот так вот его катнуть. Я думаю, он разгонится достаточно, чтобы преодолеть этот бугурт. Да. А, ну... Ну, конечно, это... Ну, я же говорю, игра, она как бы не сильно напряжная. О, это радуга. Здоровски. Так, ну давайте как-то попробуем его поймать, да? А чтобы его поймать, ну давайте тут такой желобочек нарисуем. Не, вот тут не надо. Вот такой вот. Вот какой-нибудь вот такой. Так, теперь я что хочу? Я хочу вот... Ну тут на самом деле можно легко его... Теперь здесь поймать этот наш мяч. Вот эту просто убираем. Это тоже нам не надо уже. Так, ты давай туда катись. Тут проблема-то в чем? Проблемка в том, как его заставить катиться вот туда наверх.
То есть вот так пинать не вариант, но на самом деле мы можем вот здесь нарисовать. Эй, стой, мячик, стой. Стой, туда катись. Мы можем как бы вот тут нарисовать такое подобие, ну, типа толкача. Ай, ну только вот... я не в ту сторону. Ну, блин, остановись, пожалуйста. Вот какое-то такое подобие. Вот сейчас он... И мы его сейчас так... Оп! Блин, слабо. Стой, мячик. Так. Такую вот кувалдочку так... Ну чё она так слабо его толкнула, блин? Надо потому что рисовать нормальные молотки, а не такие вот, как я рисую. Такие прям тяжелые молоточки. Ну блин, ты мяч. Мяч, катись туда. Так, быстро рисуем молоток. Это не молоток. Блин, а как мне сделать так, чтобы он резко переваливал вот на эту сторону? Мне, по сути, вот тут вот такой нужен, да? Это вот мне надо вот тут вот такую штуковину большую. И теперь смотрите, он... Блин, вот... Я сильно длинные рисую. Мне почему-то кажется, что мне не хватит. И давай тут быстрее такой. И шарик... Но теперь я сильно короткий нарисовал. Так, давай. Опачки. Ну чё вот ты не покатился никуда? Вот его как бы должны ударить углом. А я, в принципе, ж могу даже вот так вот близко нарисовать. Вот тут сделать побольше рычаг. И все равно сильный удар получится. Давай, мячик. Блин, недостаточно сильный. Теперь еще попробую остановить его здесь. Ну вот если я нарисую вот такой вот. Блин. Да ну что ты туда катишься? Так, давай, стукай его. Блин, вот в ту сторону идеально просто толкается. А в эту нифигусечки. Так, ладно, зайдем с другой стороны. Сейчас мы ему... Да блин, мяч! Куда ты катишься? О, май бог! Так, давайте ему сейчас вот такую... Слушайте, а это на самом деле неплохая идея. Вот того, что я сейчас сделал. Мы как бы ему тут задаем ускорение, и он просто залетает. И не надо мучаться с этими молоточками, правильно же? Правильно, я считаю. Так, давайте по порядку. Так, тын-тын-тын будем проходить по порядочку. Так, вот тут стоппер нужен. А чё, он тут улетел, вы хотите сказать? Быстрей! Ну, в принципе, результат достигнут. Я надеюсь, он перескочит. Нет, он не перескакивает этот уровень. Но мы сейчас тут вот такую... Ну, нет, на самом деле ее надо как бы максимально поверху положить. То есть вот эти вот кружочки должны вот где-то вот так вот располагаться. И вот эта штучка вот так. Я не понял, куда дели... А, я же ее сам. Так, все, тут стоппер стоит. Теперь он падает. И, по идее, он не должен укатиться за пределы карты. Да. Теперь нам как бы нужно бы это... Ну, как бы вот здесь один, да? Вот здесь, наверное, один. И чтоб он теперь скатился, опачки, опля. Взяли две звездочки, отлично. Тынс. Месяц, тучки. Ну, тут все тоже вроде бы выглядит достаточно-таки на самом деле просто. Сейчас пусть он там пока падает, я тут пока порисую.
Так, только зачем я так низко опустил? Тыкс. А на самом деле мне же даже... Ну вот тут надо как можно выше ее нарисовать. Ну, по идее, должно получиться. Да, получилось. Получилось. Так, давайте теперь этот уровень. Так, ну тут вроде бы все выглядит просто. Не, это не такая точка. Вот, вот такая нам нужна. Ну и скажем. Вот такая. Так, держится наша прямая. И теперь сюда такой кирпичару. Оп! Не. Кирпичару, я сказал. О! Ну только это маленькая кир... Блин. А вот если я вот так вот нарисую, он тяжелее станет, интересно. Да, смотрите-ка. Опачки! Вот такую кирпичину нарисовали. Видите, он как бы стал тяжелее. Так, давайте теперь этот уровень пройдем. Крайний во второй строке. Так, тут уже нарисован молоток. Вопрос, как его заставить двигаться. Ну, то есть, надо какой-то, наверное, противовес ему нарисовать. То есть, противовес этот, я так понимаю, нужно прицепить. Вот так вот. Не, ну в принципе идея с противовесом пока верная. Только для начала, значит, нам нужно загнать туда шарик. Загнать шарик, загнать... Так, теперь рисуем этот противовес. Ай, упадет же шарик. Так, ладно, я понял. Сначала загоняем шарик. Пока загоняется шарик, мы рисуем такой большой огромный противовес. Вот он его потянул. И опачки. Отлично. Пройдено. Так, нам тут уже рисуют, что мы уже на другие островки можем. Но я хочу еще вот здесь вот эти попроходить уровни, посмотреть, чего тут. О, какие человечки прикольные. Так, а шарик, значит, куда-то сюда упадет, да? А он об этих человечков, интересно, будет биться или нет? Вот если я вот так нарисую, допустим. Давай быстрее катись. А, и у меня тот край не зафиксирован. Ну да. Он упирается в человечков, значит, не так это все надо делать. А как тогда это надо делать? Так, дайте-ка подумать, как это надо делать. Ну, можно, вот, кстати говоря, мне кажется, неплохой будет вариант. Вот тут для начала поставить стенку. Вот тут мы ставим стенку. Вот, чтобы шарик зафиксировался. Ну, мне кажется, вот... А, даже мы не так сейчас сделаем. А вот сюда просто ложим эту. Но только я даже ее, чтобы она наверняка держалась, я даже тут вот эти укрепления как бы нарисую. Вот. И теперь смотрите. Нам как бы сверху надо на него что-то такое крутое скинуть, чтобы вот оно его... Как бы вот так сказать подтолкнуло. Вот чтоб оно соскользнуло. Вот какой-то такой вот сапог, что ли. Вот. Чтоб он его как бы поняли, да? Чтоб он его закатил туда. Ну вот мои художественные представления. Они, конечно, не гениальны, но... Попытаюсь что-то такое изобразить. Не, зачем я такой вот длинный рисую? Как бы наоборот должен быть вот сюда, что ли, длит. Как же тебя шпиндерехнуть? Слушайте, а что если его... Блин, а ну, если я просто такой квадрат нарисую, вот чтобы он его в угол
ударил. Ну, хотя эти попадания... Так, а мы тогда сейчас по-другому сделаем. Мы сейчас вот от этой штуки такой зачерпыш. Эй, я не так хотел. Я хотел вот такой зачерпыш. Ну, только не такой, наверное, длинный. Вот такого достаточно будет. Зачерпыш, говорю. Да блин, зачерпыш. Это сильно маленький зачерпыш. Во, вот этот зачерпыш, нормальный зачерпыш. Только он его не зачерпнул. Чуть больше нужен зачерпыш. Вот, наверное, вот такой где-то. Так, прицепляйся. Ну, вроде бы он его, ну, должен зачерпнуть. Ну, ладно, сейчас мы побольше еще зачерпыш нарисуем. Вот так он его точно зачерпнет. Теперь смотрите, что я хочу. Я хочу тут веревочную штуку. А, нет, он его не зачерпывает. Ты же, блин, какой хитрый. Так, ладно, нарисуем тогда прям вот такой вот черпак. Прям вот-вот. Только вот эту точку убрать, если... Во-во-во-во-во. Теперь смотрите, что я хочу. Сюда такой большой этот... Бдышк. Блин, не, фигня какая-то. Не, фигня какая-то получается. Блин, как же его туда загнать-то, а? Эх, что-то я какую-то фигатулину нарисовал. Вот, блин, сложно это оказалось. Просто ж так не получится. Не, ну на самом деле это можно путем, как сказать, обычной логики, да? Это сделать, то есть смотрите. Мы его как бы загнали сюда. Теперь мы берем вот тут, рисуем штучку, да? Эй, не так. Ну, сейчас на поровнее нарисовать. Ну, так он, конечно, не прокатится. Во! По идее, должен пройти. Теперь берем и просто убираем. Ай, не-не! Надо было убрать верхний, я нижний убрал. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.